Федеральные средства, выделенные Чувашией в этом году, законтрактованы в полном объеме. Сумма составила более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр финансов Михаил Ноздряков. При этом с контрактацией уже по республиканским средствам возникли некоторые проблемы. Подробнее Анна Центовская. Практически все объекты, источником финансирования которых выступил федеральный бюджет, были законтрактированы уже к 1 апреля. Оставшаяся сумма связана с образовавшейся экономией. При этом 80% закупок были конкурентными. Это говорит об открытости и прозрачности закупочной деятельности в Чувашии, отметил руководитель госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. По состоянию на 1 мая государственными заказчиками размещено закупок на сумму 7,4 миллиарда рублей или 42%. От лимитов бюджетных обязательств заключено контрактов на 6 миллиардов. Эта сумма практически в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но вот в контрактации по республиканским средствам не все заказчики смогли уложиться в срок. Важнейшие программы по обеспечению жильем детей-сирот и многодетных. По детям-сиротам, да, были законтрактованы федеральные деньги, но, похоже, было совершенно упущено контрактация по республиканским деньгам, либо еще какие-то причины. Объем средств достаточно большой выделен, это 307,4 миллиона. На 1 мая заключено контрактов 15,3 миллиона, или 5% от доведенных лимитов. Так, по программе благоустройства дворовых территорий не была до конца выполнена работа в 18 муниципалитетах. К 1 мая было законтрактировано только 36% средств. По программе «Капитальный ремонт источников водоснабжения» – 5%. К 16 мая эта цифра чуть больше 40%. А по программе переселения граждан из аварийного жилья на начало месяца и вовсе не было ни одного контракта. По аварийному жилью у нас по программе там на два этапа разбито приобретение квартир. С застройщиком у нас договоренность достигнута по 8 квартирам, значит, 4 квартиры приобретаются в этом году. В отношении каждого объекта будет приниматься индивидуальное решение. Незаконтрактированные современные средства будут направлены в резервный фонд Кабинета министров Чувашской Республики, а затем перераспределены. Анна Центовская, Алина Сусметова, Павел Рядков, Республика.